Яка ситуація з бюджетом області наприкінці року? Яке саме медичне обладнання закуповують для лікарень Дніпропетровщини? Та який гарвардський курс впровадять у вищих навчальних закладах області? Сьогодні на ці питання відповість гість нашої студії, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голік. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте, наверное, логично начать с бюджета. С денег. С денег. Всех это интересует, это конец года, то есть и о наполняемости, и о перевыполнении, если таковое вообще присутствует. На территории области нет населенных пунктов либо районов, которые бы не выполнили свой бюджет по итогам 10 месяцев, либо тех, которые не выполнят бюджет по итогам года. Более того, у нас есть перевыполнение, у нас отличились несколько райдержадминистраций, которые перевыполнили, есть такие, которые почти в два раза. И больше налогов собрали в бюджет все объединенные территориальные громады. Если к объединенным территориальным громадам у нас, как облгосадминистрации, вопросов нет, потому что им не с чем было сравнивать, у них не было базы сравнения, они бюджетировались немножко наобум, то к райдержадминистрациям есть вопросы, потому что когда условный район перевыполняет бюджет два раза, это говорит о том, что ситуацию со сбором налогов он не контролирует. Он пишет какую-то цифру, рисует, потом ждет, какую соберет, больше-меньше, как получится. Следовательно, в любой другой раз, когда он захочет написать два раза больше, соберет он или не соберет, там 50 на 50 получается. Это говорит о том, что финансовую грамотность сотрудников финансовых департаментов райдержадминистрации нужно, конечно, повышать. А с третьей стороны, это все наследки бюджетной децентрализации, которая с 1 января 2015 года произошла, и на территориях появилось больше денег. Но отсюда вытекает другая проблема с тем, что не все территории научились эти деньги использовать. Когда была Рада регионов администрации президентов, которую вел президент Украины Петр Порошенко, одним из вопросов, который поднимался, был следующий, что, уважаемые громады, вы получили налоги, вы получили деньги, они остаются у вас, а как вы эти деньги используете? На территории нет достаточного количества проектов нужного уровня, которые можно воплощать. Нет достаточного количества сотрудников госорганов этих территорий, которые бы знали, как их правильно потратить и что на них можно сделать, и еще к этому не привыкли, хотя уже прошло два года. Мы надеемся, что в следующем году, благодаря тем семинарам, которые мы проводили, тем обучениям, которые мы делали, и с горсоветами каждого города, и с объединенными территориальными громадами, с райдержадминистрациями, в следующем году такой проблемы не будет. Будет нормально забюджетированный бюджет, перевыполнение которого будет составлять не более чем 5-7%, то есть в рамках там, допустимых норм, но зато все будут его контролировать, понимать, какие налоги туда собираются и куда эти деньги на развитие нужно направлять. Давайте поговорим о двух главных городах на территории нашего региона, Днепр и Кривой Рог. Да, вот давайте сравним, кто там все-таки. Ну, смотрите, в Днепре была сложная ситуация с тем, что у них не складывалось большинство, коалиция так называемая, в горсовете, поэтому первый квартал этого года, а по большому счету и там большую часть второго, они жили по 1/12 года предыдущего, и у них не было вообще никаких денег на развитие. Чудес не бывает, ребенок, который вынашивается 9 месяцев, за 3 месяца родиться не может, поэтому есть определенные процедуры по расходованию государственных средств, то есть если они потеряли 5 месяцев, то надеяться на то, что они используют все деньги до конца года, было бы глупо. Вот они потратят ровно столько, сколько могут потратить. А в Днепре была еще одна проблема, ну, наверное, это приятная проблема, но тем не менее, никогда ни областной бюджет, ни городской бюджет города Днепра не выделял такое количество денег из местных бюджетов на капитальный ремонт дорог. Вот в этом году областной бюджет выделил 500 миллионов гривен, да, и столько же выделил бюджет города Днепра. Для сравнения, из областного бюджета Днепропетровской области в 2013 году на капитальный ремонт было выделено всего лишь 30 миллионов. Оказалось, что та старая инфраструктура еще советских подрядчиков оказалась не готова переваривать такой объем и не нет такого количества техники, чтобы успеть построить еще больше дорог. И то, что в Днепре в этом году сделали огромное количество дорог, это заслуга тех подрядчиков, которых собрали, которые смогли это сделать, а в следующем году по-хорошему нужно закупать дальше материалы, технику, делать еще больше. Вот. Что касается Кривого Рога, там ситуация чуть получше, но там и бюджет на самом деле поменьше. Они большую часть денег израсходуют в этом году, у них были какие-то программы, которые не делали, в чем-то им помогал областной бюджет, и там более-менее ситуация ровная.
Если говорить о том, что собрали, но не успели потратить, вот что с этими деньгами? Потому что просто набывателям очень интересно. Они переходят на следующий год, не более того. То есть любые деньги, которые в рамках года не потрачены, они будут переходить на следующий год, будет собираться соответствующая сессия соответствующей территории, то есть либо это городской совет, либо сельский совет, и принимать решение, куда эти деньги потратить на основании тех предложений, которые дают жители территории и соответствующие депутаты, которые этих жителей в совете представляют. К сожалению, украинцы нация болеющая и вымирающая, это не секрет. Отсюда и вопрос к здравоохранению. Насколько у нас сегодня с вопросами по закупке того или иного дорогостоящего оборудования? Ну, у нас, к сожалению, смотрите, у нас здравоохранению мы так и не дождались никакой реформы на государственном уровне, поэтому мы живем в тех условиях и в тех правилах игры, которые заданы центральной властью во все регионы, они нигде не отличаются. В силу того, что мы в области научились пользоваться бюджетной децентрализацией, у нас поступлений достаточно для того, чтобы у нас был нормального размера бюджет развития, мы 2 года тратим на закупку медицинского оборудования сумму примерно равную в год 150 миллионам гривен. То есть за 2 года мы потратили 300 миллионов гривен на закупку оборудования. Мы купили несколько МРТ, несколько аппаратов КТ, один большой ангиограф в больницу Мечникова, о котором нас просили. В следующем году мы купим еще один ангиограф в кардиоцентр. Мы купили огромное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, так называемых ИВЛов, УЗИ, огромное количество аппаратов для эндоскопии, для хирургии. Это все раздали в больнице. Кроме того, во многих больницах было оборудование, которое было куплено ранее, но либо не вводилось в эксплуатацию, либо было сломано, и мы заставили больницы заняться их ремонтом. У нас самый большой такой клинический случай, это был наш онкоцентр, в котором еще в 2012-2013 году в тех деньгах, ну при курсе 8 еще, было закуплено оборудование на сумму порядка 92-93 миллионов гривен. Это оборудование до 2016 года не было введено в эксплуатацию. Причем каких-то внятных причин мы так и не услышали, почему это не сделано. То есть, когда мы занялись аудированием того, что происходит в больницах, какое оборудование есть на балансе, мы его просто увидели своими глазами, потому что его тщательно прятают. А реакция правоохранительных органов есть на эти факты? Смотрите, мы не правоохранительный орган. Наша задача была не дать работу правоохранительным органам, а сделать так, чтобы деньги, потраченные из бюджета налогоплательщиков, на это оборудование дошли до конкретных людей, оборудование запустилось и спасало жизнь. Вот сегодня запустили облучатель в онкодиспансере, точнее, запустили его раньше, сегодня была уже там первая пациентка. То есть все оборудование, которое ранее не могли запустить, нам пришлось проходить заново все этапы технической экспертизы, мы это все сделали, запустили, оно теперь работает. Давайте поговорим о том, кто анализирует вот потребность больниц в том или ином оборудовании. Есть несколько точек входа. Первое, это те заявки, которые пишут больницы. Сами руководители. Да, конечно. Они лучше всего понимают, если мы исходим из того, что руководитель вменяемый, он не будет писать от себя, он будет писать то, что ему действительно нужно. А второе, есть горячая линия губернатора, в которой есть просто телефон, по которому можно позвонить, есть сайт контакт-центра, есть мобильное приложение Е-контакт, которое мы вместе с волонтерами делали. Мы внимательно анализируем каждый день все обращения, которые туда поступают. Если мы видим, что из какого-то района стали приходить заявки о том, что вот с такой-то болезнью нам приходится ехать в соседний район, либо диагностику можно сделать в соседнем городе, мы понимаем, что если эта проблема существует, значит нужно в план закупки такое оборудование включать, его физически закупать и поставлять в эту больницу. Понятно. Если все-таки абстрагироваться от проблем медицинского характера по бюджету, вот топ номер 2 проблема. По бюджету? По бюджету. У нас хроническая, смотрите, у нас же проблем 2, это, скажем, одна из которых дороги. Да? Да, ну... да. Поэтому, к сожалению, не все дороги децентрализированы, и те дороги, которые не находятся на балансе области, либо на балансе городов, мы физически не можем по бюджетному кодексу сделать. Вот. Но мы рассчитываем, что после того, как в Укравтодоре поменялось руководство, туда пришел поляк с опытом работы в соседней стране, в следующем году выделят деньги на область, по крайней мере, мы будем за это биться и сражаться, и отремонтируют государственные дороги. А мы уже с коммунальными там за 2-3 года их доделаем полностью. Если говорить о том, чем за 10 месяцев уже можно гордиться? Ну, гордиться можно тем, что мы единственная область в этом году, которая за деньги местных бюджетов построила 2 детских садика абсолютно с нуля, то есть с котлована, ну, с ямы, грубо говоря. А первый садик – это в юбилейном в объединенной территориальной громаде, на открытие которого приезжал президент. А второй садик мы сдаем в конце декабря на жилмассиве Левобережный 3. Это те детские садики, которые близко, которые все видят. А на самом деле еще один детский садик мы реконструируем из здания старого санатория в Кривом Роге.
Таганроге, а там порядка 115 мест. А в следующем году мы хотели бы 3-4 новых детских садика построить, потому что у нас есть территории, на которых очереди детей в детских садах составляют 500-600 человек. С третьего семестра в вузах Днепра может быть запущен гарвардский курс, так называемый. Он анонсирован, основу программирования для студентов. Что это за проект и для чего он вообще нужен? Значит, у нас в стране есть такой проект, как называется «Прометеус». Иван Примаченко, его идеолог, который его ведет. Это новая структура образования, это украинский аналог Coursera, так называемый, да? И нельзя обучать молодежь по-старому, рассчитывая то, что знания, которые им дадут в старой форме, им пригодятся в современной жизни. Это первое. Второе, должна быть, наверное, какая-то корректировка тех предметов, которые им преподаются. Если мы видим, что сфера IT развивается семимильными шагами, если мы видим, что даже в Соединенных Штатах Америки вводятся в обязательную программу в школах, в институтах курсы программирования, чтобы дети уже там с младших классов ими обучались, мы понимаем, что нужно это все совмещать. Если есть гарвардский курс, переведенный на украинский язык, а если есть преподаватели, готовые сопровождать этот курс, если это видеолекции, если это видеотесты, то правильно было бы эти курсы на базе Coursera внедрить в вузах Днепра и Днепропетровской области и в старших классах в средней школы. Вот и все. Спасибо, что нашли возможность и пришли к нам в гости. Надеюсь, еще в 2016-м встретиться в этой студии. Спасибо вам.